Одна из знаковых достопримечательностей города, лестница «Миру Мир», сейчас находится в неприглядном виде. По углам лежат обломки плитки и мусор, перила исписаны граффити, а облицовочный камень в некоторых местах почти весь отвалился. Особенно отчетливо проблема видна на верхней площадке. На самих ступенях плитка тоже разваливается. Местные жители убрали ее в сторону, чтобы не мешало проходу. Повреждена брусчатка, поврежден мортовой камень. Но это, вот, скорее всего, происходит из-за того, что используются химреагенты, наверное. Потому что в целом площадка нормальная, а где вот места прохода, идет посыпка песка или какие-то механизированные уборки. Но, тем не менее, вот оказывает влияние на конструкции. Сотрудники управления капитального строительства и департамента городского хозяйства в январе обсудили с подрядчиком состояние лестницы и наметили план работ, который в итоге пришлось отложить. По словам Сергея Сергеева, из-за ограничительных мер в связи с пандемией некоторые специалисты не могут въехать в Саров. Мы вместе с подрядчиком и представителем ДГХ встречались на месте, определили для себя период восстановительных работ в рамках исполнения гарантийных обязательств. Апрель месяц. Но получилось так, что вот тут эти обстоятельства, которые на данный момент не позволяют произвести эти работы. Городскую лестницу построили еще в 1956 году. В 2017 подрядчик сдал в эксплуатацию обновленный объект. По задумке, наверху должна была располагаться ротонда, украшенная цветочными клумбами, а по всему периметру – выстриженные газоны. Картина, что предстает перед глазами саровчан сейчас, проект напоминает лишь отдаленно. Символичную надпись «Миру мир» и вовсе с каждым разом все труднее рассмотреть. Склон обрастает травой и мусором, убирать которые городские службы не торопятся. В данный момент лестница «Миру мир», скажем, на должном уровне, наверное, не обслуживается. То есть стрижка не производится, слова эти замечательные «Миру мир» не видны. Стоимость реконструкции, которую завершили 3 года назад, 5 миллионов рублей. Исправлять строительные недочеты подрядчик будет за свои деньги в рамках гарантийных обязательств. Провести необходимые работы компания планирует до 1 июля при условии ослабления ограничений на въезд. Дарья Хозина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.